Создан центр в 2011 году по предложению многих из представителей из Кувейта и в России были предложены создание этого центра. И шейх Мухаммад Садык также принимал участие в создании данного центра. Первая книга, которая была распространялась центром, это «Высоты путь жизни». И все направления, все цели создания этого центра были изложены в этой книге, и мы следуем до сих пор направлению деятельности по данной книге. И сегодняшняя презентация книг шейха «Тафсир Хилял» для нас очень значима, потому что впервые она переведена на русский язык, 6 томов, и мы впервые увидим российские на русском языке, российские мусульмане наконец смогут присоединиться к этим знаниям и получить вот наследство шейха нашего Мухаммада Садыка. И, конечно же, иншалла, это будет всем на пользу, и российским мусульманам, и всем странам СНГ, которые на русском языке могут читать данную книгу. Ну и, конечно же, книга шейха «Счастливая семья» на данный момент самая актуальная книга, поскольку семья всегда являлась центром и центром, скажем так, ячейкой общества, и для каждого человека без исключения является важным составляющим его жизни. И счастливая семья, конечно же, важная часть жизни каждого мусульманина, каждой мусульманки и их детей. Поэтому шейх дал наставление через эту книгу, как приобрести и создать счастливую семью. Поэтому нам очень отрадно видеть данную книгу и на русском языке.